дорогая молодежь, я хочу пригласить вас на конгресс. И хочу указать 4 причины, почему вы должны быть здесь. Первая причина – для того, чтобы получить. Вторая причина – для того, чтобы отдать. Третья причина – для того, чтобы прославить. И четвертая причина – для того, чтобы засвидетельствовать и утвердить. Давайте посмотрим на каждую из этих причин. Я приглашаю вас для того, чтобы вы получили. Я верю, что на этом конгрессе вы много получите нужного и полезного. В семинарах, в проповедях, в том, что будет здесь приготовлено, вы много получите для себя. Это нужно, это важно, поэтому приезжайте для того, чтобы получить. Вторая причина – для того, чтобы отдать. Я приглашаю вас на конгресс для того, чтобы вы не только приехали, чтобы послушать. Большое количество молодежи, которое соберется здесь, будет вместе для того, чтобы отдавать друг другу то, что вы имеете. В самом общении, когда вы будете вместе рассуждать, говорить, молиться, я побуждаю вас, чтобы вы отдавали то, что в вашем сердце, то, что в вашем служении, чтобы вы готовы были делиться и общаться. Третья причина, чтобы прославить. На этом конгрессе нас соберется очень много. Это будет достойная слава Господу. Поэтому я побуждаю вас приехать, чтобы в совместном служении, пении, хоре, оркестра, во всем, что будет здесь, была слава Господу нашему. Будьте участниками этого конгресса для этой общей славы Господу. И четвертая причина – для того, чтобы засвидетельствовать и утвердить. Писание говорит, мы должны быть светом миру. Писание говорит о том, что мы должны провозглашать Божью славу. На этом конгрессе мы соберемся, чтобы прославить Господа. Я верю, что это будет великая слава Господу. Я верю, что это будет большое свидетельство. Мы утвердим истину в том, что Господь наш Спаситель, в том, что Божье Слово, а это тема нашего конгресса, это единственная книга, которая ведет нас к жизни вечной. Поэтому хочу прочитать вам текст Писания и немножко интерпретировать его. Это слова Корнилия, которые он однажды сказал. «Я посылаю к тебе, и ты хорошо сделаешь, если придешь, и тогда мы вместе предстанем пред Богом, чтобы выслушать все, что повелено нам от Господа». Приглашаю вас на конгресс. Будьте здесь, готовьтесь, приезжайте для того, чтобы получить, чтобы отдать, чтобы прославить и чтобы засвидетельствовать. Ждем вас на конгрессе с Господом.